Но то, что у нас некоторое время не появлялись сюжеты про автоспорт-тюнинг, объясняется все очень просто. Ребята выросли, прикупили себе новое помещение, ну, соответственно, деньги нужны были на ремонт. Сейчас здесь очень стильно, мне нравится. Немножко полумрак такой, но зато вещи хорошие. И сейчас это место располагается рядом с местом, где живут Subaru. Это 50 лет магнитки 32. Что касается тюнинга, мы никогда не хотели забывать эту тему. Особенно после того, как купил себе животное под названием «Интернет домой провел», да? Нашел там такого чудо-таракана под названием eBay. И в этом чудо-таракане есть такая страничка, на нем вытатуированная Power Cars или Muscle Cars. Это те самые дрэкстеры. И мне стало совершенно грустно вместе с тем человеком, с кем мы общаемся в чате. Он делает передачу Корида. Знаете, сколько стоит Muscle Car в Америке? От $1500 до десятки, это в топе. Эти машины, которые тюнингуются. Когда-нибудь это будет у нас? Это вряд ли. Но у нас есть замечательные машины. Десятки. А также восьмерки и семерки. И их можно спокойно потрошить. А учитывая то, что дороги в городе Магнитогорске не солят, ну, допустим, ищите восьмерочку и попробуйте порвать Райвена. Если это удастся, ну, большой респект вам. А что для этого нужно? Для этого нужно будет заехать сюда, на улицу 50 лет магнитки 32, в автоспорт-тюнинг, и вам порекомендуют, что туда можно воткнуть. И это есть в наличии. И в отличие от других конкурирующих фирм, есть здесь и в большом количестве, и вещички посерьезнее. Типа буст-контроллеров. Реальный фирменный спарковский тюнинг интерьера. И в большом количестве тюнинг экстерьера на вас. И время доработок и усовершенствований, к счастью, в Магнитогорске не уходит в небытие. Вот дождемся вступления в ВТО и поедем за тачками не за океан, а в Армению, например. Там и растаможки такой нет, и машины красивые и мощные любят, и даже при отсутствии собственных громадных запасов нефти. Но вернемся к малолитражкам. Это я о тех, у кого объем меньше 3 литров. Ну и как не приколоть друзей-конкурентов? Тем более, что автоспорт-тюнинг сейчас располагается рядышком с центром, где живет Subaru. Так вот, если вы купили, допустим, этот хороший автомобиль в версии STI или просто версии VRX, то придя сюда, ровно 5 метров пройти от выездных ворот. И здесь есть в наличии выхлоп или конечная банка, или общая труба на 82. Теперь, что касается владельцев турбированных автомобилей, которые попадают в аварию. Дело в том, что интеркулер стоит перед радиатором, и, как правило, он страдает. И чтобы облегчить страдания турболюбителей, в автоспорт-тюнинге есть в наличии вот такой замечательный универсальный интеркулер. Хотелось бы поставить его себе на Sky, что я, наверное, сделаю. Вот он, козырек автостопа. Вовремя сделанная подколка стимулирует развитие. А конек автоспорт-тюнинга – это умение притянуть к себе внимание. Внимание к качественному и недорогому и доступному тюнингу. И даже если у вас нет желания копаться в двигателе и трансмиссии, приобрести что-нибудь оригинальное и полезное здесь всегда хочется, а это и есть тюнинг, пусть и не спортивный. То, что автоспорт-тюнинг переехал в новые районы города, вполне объяснимо. Здесь в большом количестве строятся новые дома, и здесь будет жить молодежь. А кто еще занимается автомобильным тюнингом? Конечно же, молодые и дерзкие. Но есть и старенькие, и наглые, и их мы тоже приветствуем. И вот и молодые, и дерзкие, и старенькие, и наглые приезжают сюда, на улицу 50 лет магнитки 32.